Вы знаете, что он купил это поле, а у него продали за корову, прям потом медузы прям поебал и так далее. Это жуть. Но у вас музыкальные инструменты с собой. Вы играете, поете, не, да? Не. Да. Откуда? Раз, два, три, четыре. У нас флейтовый хор. Хор? Да, хористки всего две. Какой репертуар у вас? Закрыли дыры, что вы открыли дыры. Жанна Бризня. Мы поклонники этого. Меладзе и Меладзе. И все. И Сосо. Бля, я такой поклонник Сосо. Отличный выбор музыкальный. Конечно, бля. Пока ты найдешь какой-нибудь Сосо, бля, это пиздец. Да. Все ноги сбили в поезд. Да-да-да. Еще говорю, есть Сосо. То есть ночью у вас веселее всего, наверное, да? Да. Нет, да, мы утром не хворать приходится. Кстати, вот реально. У меня большая претензия Где, блядь, на поле? Нет, подожди. Че-че? В Тамбове едет на Черноземе, снимает квартиры, короче. Ну-ну. Вся движуха начинается реально после ночи. Да. То есть нет смысла, вы не рекомендуете снимать какую-то квартиру, а лучше прийти в палаточную. Дождь, не дождь, жара, не жара. Квартиры, гостиницы. Вот это реально для абсосов просто. Кто хочет прочувствовать реальный экшен просто фестиваля. Нет, толерантнее о пидорасах надо. Подожди. Цветы, все беспределы. Биомусор, да. Мы к ним нормально относимся. Мы их едим. Мы их ни разу не видели. Круто. Тут же, как там, малый сын, да? Да. Да? Да, вы бухали. Я чувствовал контент, но репортаж на 5. Я тебя искал, ждал. Вообще классно. Вы рассказываете отлично все, да. Никита, Стас, Гена, Турбо, Идюш, Метел был. Все нормально. То есть вы здесь познакомились? Он Никита, он пишет на камушке. Ему нельзя, он государственную тайну. Да. Вы познакомились здесь, да? Да. Мы такие шли. И двое такой, черный, не русский такой, парниша такой. А думаю, а что бы мне картошки не посадить? Нихуя себе, пацан. Орда написано ему. Я, здравствуйте. Орда. А что? Орда. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. А потом говорит, бухнем, блядь. Мы начинаем, короче, бухать. Проходит, 16, проходит 16 лет, подъезжают девочки. Говорит, ребят, 16 лет прошло, мы нихуя себе. Извиняюсь, это был мат. Вот. Нет. Там, братан, то, что ты говорил, там все будет. Я боюсь, что придется просто флешку отформатировать. Да хорош. Я не могу. Их забрали. Не-не, все хорошо. На самом деле, все классно, все хорошо. Не здесь, не сейчас, никогда не рекомендую, но... У вас все впереди. Да? Я по вам вижу, да, у вас все впереди. Там еще дорога. Да. Там все интереснее, да? Да, да, нихера, там такие говнари. Смотрите, у нас есть целебная, холодная, источник 40-й. Будешь? Волгоградский. Это диаметр, это не град.